Отдельные категории граждан могут получить единовременную выплату на установку внутридомового газового оборудования, сообщает сайт городской администрации «Вести с Дворянской». В рамках нацпроекта «Демография» с конца 2021 года в целях дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан при газификации домовладений установлена единовременная социальная выплата на оплату расходов, связанных с приобретением и установкой внутридомового газового оборудования, а также услуг проектированию и строительству газораспределительных сетей. Для оформления выплаты необходимо обращаться в Управление социальной защиты населения по месту жительства. 2024 год объявлен годом семьи. Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2024 году проводит информационную кампанию «Семья – мой главный жизненный проект», направленную на повышение общественного статуса и престижа семьи. На портале «Я родитель» в течение года запланировано проведение серии онлайн-мероприятий и конкурсов. Летний конкурс «Семейное лето» посвящен теплым семейным традициям. Условия просты. Нужно рассказать о летних традициях вашей семьи на вашей странице ВКонтакте или Одноклассниках, не забыв поставить хэштег «Главная семья 2024». Ваша страница должна быть открыта на все время проведения конкурса. Ссылку на вашу публикацию необходимо привести в комментарии к конкурсным постам на странице организатора. Истории ждут до 17 июня. 24 июня генератор случайных чисел определит трех победителей, информирует телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. На площади имени Кирова глава района Игорь Рудаков проверил ход работ по установке доски почета. Открыть ее планируют на следующей неделе. В мае рядом уже открыли доску героев района. Во Дворце культуры имени Литвинова продолжаются ремонтные работы. Восстанавливается практически каждый элемент. Все проводится по графику, пишет телеграм-канал Кировского района.